Привет, ребята! Это моя новая рубрика, которая называется «Business Bro Act», в которой я делюсь с вами своими бесплатно делюсь с вами бизнес-проектами, которые вы можете использовать в своих бизнесах, становиться миллиардерами и потом что-нибудь отстегнуть мне немножечко, если будет желание, конечно. Итак, сегодняшний мой бесплатный проект. Слово «бесплатный» очень тяжело произнести такому, пусть и гению, но алчному человеку, как я. В алчности нет ничего плохого. Это студия для фейковых инстаграм-фотографий. В принципе, многое всего, почти все ясно из названия, но я поясню. Открываются хромакейные с таким, ну, не очень дорогим освещением, в которой работают пара профессионалов, в которую ты можешь прийти и заплатить, например, 1000-2000 рублей, не очень много, и сделать качественные снимки для Инстаграма. Например, ну, там, с рукой, чтобы видно было, что это твой Инстаграм. Ну, или там для ВКонтакта, или Твиттера, например. Почему именно так? Ну, во-первых, более-менее опытный профессионал сможет нормально стыкануть все там, да, плюс хромакей, плюс более-менее нормальное освещение. Мне кажется, сколько будет делаться один снимок? Один снимок делается примерно, ну, где-то минут за 10 примерно. Ты говоришь, например, приходишь, говорит, ты, например, молодая тупая тёлка, приходишь, говоришь, я хочу фотку на улице, с улицы Нью-Йорка. Они примерно говорят, как тебе встать, быстренько выставляют свет, это делают минут, наверное, ну, в принципе, если там все нормально расположено, минут там 5, может, максимум 10. Делается снимок, ну, тоже там минут 5. И обработка последующая, не очень, не супер сложная, например, тоже, там, не знаю, минут, думаю, 15, может быть. То есть, в сумме мы тратим примерно около 40 минут на весь снимок. 40 минут, студия, может быть, находится не где-то не в центре, ну, неважно, где она находится, то есть, просто комфортное место выбираешь. Все, 40 минут, у тебя 2000 рублей, например, а девочка получает несколько снимков из Нью-Йорка, с Нью-Йоркской улицы, например. Как человек, немного занимающийся видео и фото, я просто знаю, что там при минимальном освещении и каких-то студийных штуках, вот такой вот я профессионал в студийных штуках, довольно несложно сделать очень качественный и очень достоверный снимок. Все, девочка получает эти снимки, да, много снимков, ну там, например, с разного ракурса, чтобы там одноклассницы, завистницы не заклевали ее. Вот. И 2000 рублей можно найти любой человек, любой подросток, молодой, старый, неважно. Что, а для чего эта цель? Многие люди хотят сейчас использовать Инстаграм для таких целей. Вот так, ну, грубо говоря, по-моему. Я не хотел говорить, потому что мне монтировать видео неохота. Вырезать там. А за маты сейчас видео ограничивают. Так вот, многие выходят, чтобы в Инстаграме выглядеть клево, но денег на то, чтобы в Нью-Йорк сесть, нету. Минимальный бюджет, чтобы съездить в Нью-Йорк, это, я не знаю, там билеты одни стоят, как скорее по 25, наверное. То есть у тебя сколько, 1000 йен, я не знаю, там 70 минимум надо. А тут 2000 рублей. И даже, например, какой-нибудь в Турцию, более-менее на чем-нибудь приемлемый пляж, ну, то это минимум 1030 надо, наверное. А тут ты можешь обойтись 1000 рублей, если совсем мало, что-то простое. Например, пляж. Пляж самое простое, мне кажется, сделать. Пересвет, лучи, яркое солнце. Тут там сложно будет идентифицировать, вернее, выявить фальсификацию. Все, человек получает то, что он хотел. Понты за небольшую сумму. Лезть, подтверждать там никто не будет спорить. Ну, понятно, кто там в школьнице будет там проводить анализ светового преломления, естественно. Все, бюджет такого проекта небольшой, аренда, ну, тысяч, я думаю, за 20 что-то очень простое можно. Обить зеленой тканью, я тоже не думаю, что это очень много, на держащихся деревянных конструкциях. Какое-то простое освещение, в принципе, можно промышленное, регулируемое освещение какое-то, я думаю, тысяч в 10 можно уложиться, 15, если с умом подойти. Китайский сейчас у много хорошего оборудования. Короче, около в 40 тысяч рублей. И в последующем 20 на первые месяцы аренды, потом можно договориться. Я думаю, вот и все, что тебе нужно. И деньги начинаются сразу.
Я люблю проекты, где деньги хоть какие-то, пусть начинают сразу, да не так, что «Сейчас вот начнем, а только деньги-то первые годы через 6 начнутся». Это нормально. Это не для меня. Деньги начнутся сразу, думаю, при правильном рекламном маркетинговом позиционировании. Ну, то есть в соцсетях, опять же, не нужно для этого иметь никаких связей, ни знакомств, ни умений. Просто рассказываешь всем, кому можешь. В ВКонтакте, в группах. Сейчас у многих поищи, у друзей найдешь группы, и все. Все, вот и все. Человек получает то, того, что хотел, понты. Да, он лжет, он лжец. Он бол. А ты получаешь то, что хотел. Реализацию. Деньги. И в нашей экономике появляется новый бизнесмен, который делает экономику стабильнее. Всем от этого клево. Всем клево. Бизнес-проект.